Виторган сердцу милее, или почему мать Собчак пытается избавиться от Богомолова. Вероятно, Константин никогда не заменит Нарусовой любимого экс-зятя. Со дня свадьбы Собчак и Богомолова появляется все больше фактов, способных доказать желание матери Ксении избавиться от ненавистного театрального режиссера. Складывается впечатление, что Людмила Нарусова специально вставляет палки в колеса молодым, рассчитывая на скорый развод или серьезную ссору. Так, женщина рассказала, что Ксюша и Костя живут гостевым браком. Ксения явно не в восторге от того, что тайная информация просочилась в прессу, и теперь ревет и мечет, пытаясь отшучиваться на своей странице в Инстаграм. Судя по всему, Виторган милее сердцу Людмилы Борисовны. И она не понимает, почему дочь предпочла замечательному актеру скандального режиссера. Видимо, женщина пытается рассорить журналистку с мужем и надеется, что Собчак, одумавшись, вернется к экс-супругу. Нарусова до сих пор находится с Максимом в прекрасных, почти родственных отношениях. Совсем иначе Людмила относится к Богомолову. Она признается, что совершенно не знает супруга дочери и не представляет, что это за человек.